3.3 km.
движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд.
800 метров въехать на дорогу с круговым движением. Затем съедьте, используя первый съезд. Используйте первый съезд. Готовьтесь к правому повороту через 1,1 километра. Затем въедьте на дорогу с круговым движением.
налево, затем въедьте на дорогу с круговым движением.
Затем съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Проедьте 3,6 километра.
с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Проедьте 9,3 километра.